Привет, бои, скауты, с вами Кьюбайт. Добро пожаловать в Человека-паука Грань Времени. На PlayStation 3 мы продолжаем его проходить. Остановились мы там, где остановились, в общем-то. Ничего не изменилось с прошлой серии, что обязательно посмотрите. Тут у нас опять закрытые двери, все запутано, все падения. Все это, в общем, у нас было весело. Но пора уже играть по-серьезному, у нас все-таки сюжет движется. Давайте, наверное, здесь и спрыгнем тогда. Я понимаю, что нам сюда. Просто еще хочется... Так, еще и три ключа. Угу. Ну, понятно, сейчас так. Один тут и один тут. Ну, в общем, такая очень понятная схема простая. Ну, пойдемте, ладно. Давайте сюда. Не знаю, почему-то хочу сюда сходить. Нас опять, конечно же, ждут. Хочется сказать большое спасибо за советы в комментариях, то есть по боевке, по игре, какие-то в целом приятные комментарии, то есть типа, давай мы смотрим, спасибо, что делаешь прохождение, вот, это приятно читать, потому что давно не было на канале прохождений, и это всегда как бы, ну, из-за того, что я не делаю только прохождение, например, выходит совершенно разный контент, это как бы немного людей иногда пугает, в плане тех, кто подписан на... Там, на кино, например, их пугают игры. Те, кто подписан на игры, они такие, а, что это какой-то фильм, там, какие-то новости, кино. Кому это надо? Вот, поэтому... Поэтому, да, спасибо, что кто-то смотрит. Мне интересно делать такую, как бы, привлекать разношерстную аудиторию зрителей, которым нравится то, что нравится мне. То есть это была моя изначально всегда цель, поэтому... Я рад, что вы игры можете посмотреть. Ну, естественно, это не вся аудитория, но какая-то, может быть, целевая, не знаю. Какой-то такой костяк, которые смотрят и могут игры посмотреть от меня. Там, может быть, не обязательно вам смотреть прохождение, может быть, как-то, знаете, одним глазком. Типа, там, что-то, да, вышло, там, гляну пока, там, не знаю. Себе яичницу жарю, вот. Я вообще не против. Главное, чтобы вам было комфортно и интересно. Поэтому да, это я такой растянул. Сейчас я чуть отвлекся, я пока болтал, у меня куда-то вообще пропало. Так, все, я понял. А вот они знают, где я. Они меня, по идее, конечно, видеть не должны, но они видят, естественно. То есть это... А, я вспомнил, что мне советовали там пролететь на паутине, типа вот так. Ну, вот это, конечно, довольно сложно сделать. Что? Там я не пойму, он встал или что, он крепит? Ты как, жив вообще? А, у него же ключ еще. А, он светится, потому что ключ. Я думаю, что они светятся? Я забыл все про ключи. Где вообще? Я не могу, конечно, этим добивать. Ну ладно, если там за вас пауков этих дают, золотых. Иди сюда. Все. А, хотел схватить. Ну ладно, пойдемте. Вот такие пироги, в общем-то, да. Ну а игра пока меня полностью прям радует, скажем так. Ну то есть я реально, честно, ожидал меньшего, потому что я не помнил уже, какие у меня были эмоции тогда, во время того прохождения. Ну то есть это было 8 лет назад. Я как бы еще ее не допрошел, поэтому что-то там прям сильно... Не запечатлилось, но я приятно удивлен тем, как игра работает. Типа, больше мне нравится сюжет. То есть, ну, конечно, вот эти геймплейные штуки, они довольно слабенькие. Ну, это очевидно. То есть, я... Нет какой-то прям интересной боевки. Хоть здесь и можно прокачать, там, допустим, удары какие-то новые. Да, это прикольно. Вот, и как-то разнообразить. Это мне нравится. Ну, я имею в виду, что сами враги довольно все однотипные такие, скучные. Вот в этом плане. Вот, но сюжет, он прям компенсирует полностью, да и не особо меня напрягает, если честно. То есть есть игры, которые вообще ты прям играешь, тебя, ну, начинают подвымораживать именно геймплейные штуки какие-то. То есть ты такой, ну, хватит, типа, вы уже просто одно и то же используете, как будто, знаете, шаблон взяли и... И используют. Вот здесь такого, ну, не сильно не ощущается, по крайней мере. Да что ж такое? Нормально, нормально я зарядил.
Ай! Какие же они здесь все разные, сейчас надо вернуться. Вот как? Ага, не попал. Почему не ударил? Я нажал ударить, он не ударил. Все. Победили. А, ну вот, получили паучка за то, что всех изуничтожили. Можно было еще, конечно, на эмуляторе поиграть. То есть у меня сейчас на PS3, и, ну, я видел, как выглядит на эмуляторе PS3. Это, поверьте. О, кстати, стоп! Стоп, забыл. Или я использовал, не помню. А, ладно, там просто вот эти... как раз штучки, которые дают энергию. Ладно, забьем. Так, а я пришел отсюда и... Я понимаю, что мне туда, но как? Тут через верх я не уверен, что я пройду. А, здесь была дверь. Я не увидел. Но, судя по всему, вниз. Да? Так, должно измениться у Паркера. Что я сделал? По идее, у него там что-то это должно коротнуть тоже в его вселенной, в его времени. Вот эту штуку я имею в виду. Так, ладно. Хорошо, а куда я должен идти? А, серьезно? Тут что? Я чуть ничего не понимаю. Как я должен сюда попасть? Ну как будто да, это комната. Да, спрыгни. Сейчас я попробую ударить. Нет. Ну явно не сюда. Чуть ничего не понимаю. Сейчас попробуем наверх залезть. Но это же обратно прям совсем уж. А-а-а. Все, и нам сюда. Все, я заступил. Я помню, что мы летели. Оп! Ок! Лайк обязан уже быть стоять. Вы видели, что я запутался? Я не понимаю. Ага, все. Тут реально запутался. Ну там было идеально. Это, не знаю, это просто... Куда я лечу? Там было прям великолепно. Прикольный, кстати, пролет. А мне понравилось. Годно сделано. Я, пожалуй, ускоряться не буду сильно. Вот, тут реально путаешься из этих решеток. Я ж начал заикаться как будто. Никогда не говори. Сейчас вот сюда, да? Что? Ну посмотри, что они сделали? Это зачем? Это как? Вы прикалываетесь? Там однотипные, в смысле, однотонные трубы. Я не могу их различать. Так, это с самого начала? У меня была какая-то тактика. Вот здесь я вовремя нажал в прошлый раз. Ну да ладно. Не, ну со второго раза я должен пройти. Я как бы уже усвоил уроки. Но там реально непросто. Тут можно на ускорении свободно лететь. Такая музыка прям, да? Саунд хороший. Обратил внимание. Оп, оп. Хорошо. Так, не буду ускоряться, лучше так полечу. Вот. Это кому? Это за что? Фу. Это, я уверен, не конец еще. Саунд какой-то, Человек-паук 3. Враг в отражении. В отражении. Так, ну здесь, по идее, подвохов быть не должно. Я на всякий случай буду увиливать. Ну, здесь довольно просто. Здесь просто ускоряешься и все. Я не по... И что? Да куда?
Так и должно было быть. Это запланировано. I'm almost to the archives. Almost won't stop these freaking tentacles. Reboot the gateway, would you please? Working on it. По идее, я могу вот эти сервера же выключить, нет? Не могу? Нет. Я думал, можно уничтожить любые сервера. Не так просто сюда залезть. Он так не хватается. Это как будто бомба. Ладно, все. Последний. Ай, не буду даже забирать, ладно. Не суть важно. Мейнфрейм. Terrific. A voice-coded door. Magill O'Hara, 5249. Access denied. Figures. Parker, change in plan. Council, please. I can't access the archives on this end, but you can on yours. I'll guide you to the archive room, and you can give me the information I need. Because. Archives room? That would be handy. I could look up the people I love and keep them out of danger. Don't you dare poke around in there, Parker. You've already seen the dangers of screwing with the past. Learn from the mistakes instead of repeating them. Fine, fine. Attention, security. Intruder must be neutralized. Прекрасно. А чё мне нельзя было за Паркера переключить, а Мигель здесь это разобрался бы? Мигель здесь прям... лютенький такой. Я еще поржал в комментариях, типа... По-моему, это вторая часть. Типа, Мигель такой злой был в Паутине Вселенной, потому что я его швырял об вот эти трубы все. Слушайте, ну звучит логично. Ой. Да я понял, куда? Ну сюда надо бы. Ну сейчас оно. Угу. Ну, по идее, просто нужно отключить здесь. И то же самое сделать на том еще. Ну, на той двери. По-моему, всего-то две. Проснулся. Так, найдите компьютер, а где? Да. А, ну все, до свидания. Угу. Компьютер. Как там паутину? А, ну ж, другое, я понял. Да, видимо, сюда. Ну здесь прям такой, знаете, музей. Естественно, все не так просто. Время дали? Я могу, но тогда мне нет смысла тормозить особо. Ну, понятно. Слушайте, я могу довольно быстро это пройти тогда. Parker, did it work? I made it worse. The incinerator started up. Can you shut it down from your end? I sure hope so. То есть я опять вышел в главный. Why is this shocking happening? Стоп. Прикольно. А, здесь еще разные этажи. Если идет время, то как бы, наверное, лучше не отвлекаться на врагов и идти сразу спасать. Ну так, по логике. Ну вот он, компьютер. Турелька. Турельки вообще изи обойти.
Ага, турельки уже вот. Здесь что-то мощно. А как? Вы что, прикололись? А как я должен пройти, стоп? Серьезно? Заново? Челлендж available. Да, я за челлендж могу еще костюмы получать. На самом деле, я не то чтобы сейчас сильно хотел менять, но это мы видели. Не сильно хотел бы я менять костюмы. Окей. Ну, пойдемте. Почему они так сильно бьют? Что? Почему? Я прям реально умер. А, как? Как и за что? Самое главное. Where's that computer? Не, я хотел его. Что-то не так делаем. Я ж снул, бро. Не понимаю, почему так жестко. Это реально очень странно. Я что-то, ну, как будто что-то не так делаю, потому что слишком сложно, что я не могу пройти, они меня прям... Вроде все, да? Очень-очень странная штука. Ну, то есть, я, конечно, нашел подход, но как будто я нашел уже неправильный. Можно было как-то легче. Ну, мне так кажется. Ладно, вторую открыли. Че ж будет на третьей? Если вот это была вторая, такая странная. Почему центральная? Ну, точнее, нет. Нет, это была не центральная. Хм, интересно. Ну все, я прошел. И тут миллиард лазеров. Так, хорошо. А, ну мы просто по вентиляции... Нет, мы обойдем только одну дверь. Тут, конечно, вентиляция, наверное, идет по всему периметру, но мы обойдем одну дверь. А, я еще не успел. Кайф. Я еще просто не успел. Прикольно. Старков... Серьезно? Ладно. Я сделаю это быстрее, и вы увидите результат. Это жестко. Ну, кстати, во второй раз я сделал прям быстро. Ну, не знаю, может, я паниковал как-то в первый раз. Все нормально получилось. На самом деле, тут гораздо проще пройти. То есть я вот... С запасом в 30 секунд. Хм, прикольно. И отсылочка, и... Ну,
work? Yeah, mostly. I can deal with the rest. Thanks, O'Hara. Переход был классный, я вот про это. Я успел за... успеть за 60 секунд. Жесть. Pull it together, Spidey. А как? Ха, прикольно. Стоп, что? I can't believe that nailed me. Moving on to the next item on our agenda. Good. Now focus. Get the schematics we need. If you run into trouble, I can make modifications from here to simplify your path. Что у нас здесь? Yeah, I'm stuck again. I'm blocked by a security field. Can you do anything for me? It looks like the security matrix is in the adjacent room. I'm rerouting a vent to you so you can destroy it. Да пребудет с тобой сила. Прикольно. Thanks. I'm on my way to the archives. I'm sure I'll be fine from here on out. Just hurry. These shocking tentacles are getting nastier by the minute. On my way. Another security matrix. Great. Ну тут довольно просто. There's gotta be a door switch somewhere around here. Ну ладно, довольно. Довольно недовольно. Так, ключ мы добыли. Чё, паучок нормально разносит. Я могу еще в этот включить временной парадокс. Пока не буду. Забавно, как я видели, я сначала его выключил, но я потом его ободрил ударом. Мне нравится это. В стареньких играх такая штука есть. Типа, ты его вроде как положил, а он такой от удара потом вскакивает. Адреналинчика прибавил. Так, ладно. Хорошо, мы здесь пройдем. Я пока не смотрел, куда нам нужно, но я примерно понимаю, куда двигаться. Здесь нам ключ надо. Угу, на время. Ну, конечно, это стандарт. Вы же видели, специально они сделали вот эти столбики. На самом деле, можно успеть. Как будто. Ну, я не успею, да? Я не успею! Нормально. А, может, эта штука ничего не делает? Понятия не имею. Ну, какую-то 80-ю батарею мы отключили уже. Тут уже здание должно не держаться. Okay, the force field should be down by now. Естественно. А куда? Вот сюда, да, по-моему, нет? Или куда? Я забыл. Продолжаем. Да. Давайте прокачаемся, почему бы и нет. Апгрейдс. Сейчас глянем, что там у нас и как. У нас 6300. А тут у нас... Да можно, наверное, и этого прокачать паука. Тут 10, 6, 6, нет. Это, на это нам не хватает. Пассивки мы пока не можем такие. Вот, кстати, веб-панч. Вроде как...
Что это такое сейчас? Ну, просто серия ударов, да, видимо, такая мощная. Давайте прокачаем, почему бы и нет. Купим. Да, кстати, можно. Можно еще. Ну, мы как будто больше за Ахару играем, поэтому я, по-моему, что-то хотя бы вкачал там. Потом бедняга. 3500. Ну, конечно, давайте. 3700. 2300. Вот это можно. Давайте. Давайте 2. Все. По-моему, хорошая прокачка. И туда качали. По поводу костюмов, опять же, я уже... Я не думаю, что есть смысл их сейчас менять, типа там. Так. Понял. Жестко. Раз, два, три. А, ну, слушайте, прям как будто хорошо. А, вот эти штуки надо. Asking for help. Look, I don't need you rubbing my nose in it. Yes, I need help, okay? Give me a few minutes. Seconds would be better. А что это делает? Okay, что, блин? There's a power cone right next to room. I'm creating an access to the sky like a vent. Break through. Just tell me when and where. I'll try to be alive when you're finished. Did it work? I got nothing on my end except things trying to kill me. Это, по-моему, лучшее использование тайм-парадокса вообще всех времен и народов. Я ничего не вижу. Как? Ну что это такое? Они даже не дали мне пройти. Короче, я понял, здесь просто выживать. А где их реально надо уничтожать? Может, их вообще не трогать? Я просто не понимаю. А, наверное, надо. Как бы если... Пока выживаем. Ой. Да ну что такое? Давай, полезли. Just tell me when you're on your way to the archives. Yep, at least the place still looks the same. Well, the same, but, you know, different. Ну давай, что-то появись. Ну естественно, куда же без этого? Это база. This is screwy. Нет, как бы это было слишком просто, это было понятно. Это была база. Серьезно? Как там? Как я должен пускать паутину? Я забыл. Нет, это не то. А, вот. Угу.
Ну, по идее, я должен сейчас успеть, там она круг целый делает. Ну, похоже, то есть здесь отзеркально то же самое, что было у Мигеля. Теперь у меня. Тоже три ключа, ну, там у него было. Ага, я не могу. Да что такое? Чьей жизни нет, вы что, прикалываетесь? Мне кажется, я умираю чаще всего. Как тебе такое? Как тебе такое? Нормально? Miguel, I'm in the archives. I need access to the other floor so I can get all the keys I need for the classified database. I'll do what I can, but these tentacles are making life pretty shocking difficult. Ждем. Открылся второй. Okay, how's that? It's a start. I can get to the second floor. I'll let you know when I need the others. Use a coffee break. И четыре, и... Давай. Отлично. Miguel, I need access to those other floors now. No, of course, Your Highness. I'll get right on that. Just hold your webs a sec, okay? And voila. Я запутался. Can access the computer. Sir, yes, да. Sir. Ты мне не нужен, до свидания. Ой. Мне нужны твои жизни. Желательно еще куртку, конечно. Жестко. Прям давит, давит, душит меня. Ну, я понял. Сейчас начнется с первого этажа, я правильно понимаю? Окей. Нормально. Ну, прекрасно. Чтоб открыть. Да, конечно, до свидания. Все, нормально, нормально, ребят. Живем. So how do I access it? Enter my password. Lila. L-Y-L-A. Access denied. Oh, great. You got any other ideas? Let me think. I wish I could just say open sesame or grant me access or... Request acknowledged. Access granted. That was weird. Okay, let's go over the starter procedures. Slow down, Parker. It's not that simple. Did you fire up the quark enhancers? Activate the tachyon relays? Yes, yes, I did all that. No, you just... Uncouple the Heisenberg compensators. Yes, of course I... Oh, shocking, no, I didn't. I was right? Wow. I... Oh, no. What's wrong? It's Mary Jane. She dies. Tonight. Right there at Alchemax. How do you know... For shock's sake, Parker, what part of don't poke around in the archives was unclear? Fine, I'm a nosy Parker, but now that I've found out, it's... It's what? My job to save her? I've got enough to deal with. You can't mean that. You can't just ignore that she's in danger. Hey, I'm trying to focus on what's important. What's important is not standing by and allowing someone to suffer or die because you do nothing. If you don't get that, then you don't get the first thing about being Spider-Man. You're the one who doesn't get it, Parker. The future depends on... My future is meaningless without her. This is gonna be a huge mistake. I owe you, Miguel. Big time. Shocking right you do.
but... Well, maybe this'll help even the score for everything the world owes you. Thank you. I mean that. Man, I must have been crazy to think about staying here. If people I love are going to be in danger, then I need to be there to help them. Oh, now what? Holy, it is her. And what's Mary Jane look like anyway? Tall, redhead, in mortal danger. I'm sure you can find her. What's she doing in Alchemax? Does she work here? No, she was just meeting up with me. We were going out together. This is all my fault. Calm down. I said I'll take care of it. Shouldn't be hard to find. Идем спасать Мэри Джейн, как бы. Ну, кстати, вот про Лайлу отсылочку такую сделали. Так, я не понял, стоп, если это не Мэри Джейн, я-то думал, что это Мэри Джейн. Ну, вроде это она. Короче, не знаю. Паркер, I see her, and she's looking for you. It's my fault she's there. Is she safe? Well, she's not dead, but the tentacles have other ideas. Help her for crying out loud. Так, ну мы на втором этаже. Out of the way. I've got no time to play around with you. Я сейчас игнорю пока врагов, не знаю, буду я с ними драться или нет вообще. Ну типа, вы же понимаете, что их поместили сюда, чтобы отвлечь меня. Не потому что это прям какой-то важная битва. Да что? А, серьезно? Я умер, пока смотрел. Я даже не видел, что там жить. Оу, прям отбрасывать начали хорошо. Берем жизни и открываем. Видимо, так должно было быть. Так а мне куда нужно? Мне нужно идти же за ней, по идее. Разумеется. Так. Ага. Все, понял. Понял, принял, куда надо идти. Вон этаж, правда, другой. Блять, как сложно. Ага. Ну, уйди. Здравствуйте, господа. А можно я жизни возьму? Спасибо. А, я, по-моему, не вырубил. Calm down. No. Why? Seconds ago, the computer said she was crushed by some kind of falling debris. Now it says she dies in... No, wait, it's changing again. It's the quantum causality, Peter. There's so much happening that it's going haywire. Now calm down. I have enough to deal with without you freaking out in my head. Okay. What is this? What's going on? Peter! I'm trying to keep it together, Miguel. Just tell me something. I'm trying to find her. Temporal rifts are opening all over. It's like the fabric of space-time is being stretched thinner and thinner. It may reach a point where it's irreparable. Я пытаюсь успеть. While I'm trying to save one person. Mary Jane, over here. Ну, вот эти штуки. Сейчас, я пытаюсь.
Ну, вот эти штуки с щупальцами, они как будто чуть-чуть уже такие кринжовенькие. Ты такой, типа все время щупальца. Вот, ну, как бы, придумали так. Все время, если есть симбиоты, то что-то странное придумывают. Посмотрим, что сделают в Человеке-пауке 2. А, он же не быстрее бежит. Можно сюда, я не знаю, нам сюда, не сюда. Я вот это хотел штуку. Да подожди. Ты снова. Сначала я думала, что ты... Но ты звучишь по-другому. Move different. Питер sent me. He did? Ну как будто странно, да, уже? Ну, по идее... А, ну нет. Ну тут я уже никак, да, не проползу или... Ага, я понял. Ну, странная штука, типа, надо оползать щупальца, потому что это щупальца... антивенома. Вот. Ну ладно, окей, хорошо. А там вот был тоже... Серьезно? Я понял. Так, сейчас. Возьмем. Я, кстати, так и не понял особо, что эта штука дает. Но это, по идее, да-да-да. Просто. Куда? Такой пункт назначения произошел. Ой, прям страшно. Ну, по идее, мы должны спешить. Ай, тут еще непонятно, я думал они... жестко. Не хочу я ускоряться. Или надо? Ладно, ускорился, все, не хочу больше. Ну тут уже именно катсцена будет сейчас. Навеивает воспоминания. Да, ребят. Я реально не успел. Ой. Навеивает. Опять я в ту же штуку, по-моему, попал. А, слушайте, ну... Да что такое? Тут скорость реально влияет, видели? То есть я как бы ближе был к лифту. И мне получается больше времени будет потом. И сейчас попробую идеально пройти. Тут тогда надо немножко не спешить. Вот здесь. Нормально. На. Ну как будто да. Делаю, Мэри Джейн, будешь жить? Да ну все. Так.
А, налево надо было. Выскочил. Что-то прям. Они меня проверить хотят, ребят. Они хотят меня проверить. Посмотрите, что они делают. Но это не для меня. Остановись уже, Мэри Джейн! Давай, 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 давай. Нет! Смотрите, как я стараюсь. Вы видели, какой я не идеальный геймер. Но как же я стараюсь спасти Мэри Джейн. У меня... Оу! У меня даже все заскользило. Давай, давай, давай. Давай, 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 давай. Ну нельзя, нельзя проваливаться, Мигель, давай. Это канон-ивент. А, ну по идее, стоп. Мы сделали это. I got her. She's okay. Thanks. Thank you. For real, this means a lot to me. No problem, Peter. Come on, Mary Jane. Let's get you out of here now. You're talking to Peter right now? He got some sort of cell phone under that mask? A cell what? I mean, sure. That's it. Can I? You'll have plenty of time to talk to him after all this is over. You'll have your whole lives together. Look, I just want to say thank you. You're as brave and unselfish as another guy who goes by the handle Spider-Man. You're a worthy successor to the name. Thanks. I mean that. Thanks again, Miguel. Enough with the thanks. You ready? Come home? You bet. And leave me again? How much rejection is a girl? Я так и думал, кстати, что это может быть. Like cat? I was praying I was wrong. Felicia, what if they? Help me, Spider. They gave me an anti-aging drug. For decades, made me over. Spider sense going nuts. You're lying. The real Felicia, she would have never let them. Never let them what? Turn me into this? You destroyed me, Spider. After what you did, I didn't care what happened to me. I don't know what you're talking about. Вот это... Either I haven't done yet what you claim I did, or you're making this up to mess with my head. And you get to guess which one. Isn't this fun? Not remotely. Aw, you used to have a sense of humor. Dying tends to get you serious and hurt. Then you're about to get deadly serious. Раньше, конечно, не стеснялись костюмчики делать всякие. Да. Но у меня было подозрение вот уже в этой серии, ну, то есть я не сразу, я говорю, я думал, это Мэри Джейн. Вот, но когда уже, типа, стало известно про Мэри Джейн, я думаю, может, Фелиция. Типа, ну, как Валя, ну, просто твариков не очень много, по факту. Что она делает? А, у нее ключ еще, да, какой-то? Такая тема. Нормально, я ее поймал. Уходим. А я регенюсь чуть-чуть? Я вообще, да? Ничего не наношу, окей. На самом деле с ней какой-то довольно тупой батл получается, потому что
Ее можно, ну, довольно просто выиграть. Типа ты жмешь ускорение и потом просто ее обычным ударом бьешь. Потом она бьет, ты уходишь. И, ну, типа, точно так же. Ну, короче, такая, не знаю, бой странный. Я сейчас понял, как ее победить, но... Felicia, this creature isn't you. You don't get to lecture us on who we are, Spider. Not anymore. Okay, Peter. I'm almost to the gateway. The energy is limited, so we'll have to jump through at the same time. Don't worry, I'll be there. Ну, здесь, по сути, то же самое. Ну и все, мы получили ключ. I'm en route to the gateway room. Tell me when you're there as well. We have to time this right. You got it, Miguel. Oh, how nice. You and your counterpart are on a first name basis now. It's good to know you've bonded. Who are you? I'm the CEO of Alchemax. The real question is, who are you, old friend? Old friend? So this is where you make the big reveal, and I say, holy cow, Norman Osborn, or the Kingpin, Jonah Jameson. Come on, please be Jameson. All of them long dead, I fear. Too bad they didn't have access to the anti-aging drug we developed. Does wonders for you. And I do mean you. It's Parker. Yes. Why do people always say that? Good thing your future counterpart saved us, eh? Otherwise, we couldn't be this. I become the evil mastermind? Oh, don't be melodramatic. With great power comes great responsibility and great opportunity. And the only way to live up to all that responsibility is to use every opportunity to get all the power. I learned that the day I lost everyone I loved and didn't have the power to stop it. What do you mean, everyone? You'll find out. Except once I've fixed reality, you actually won't find out. Consider yourself lucky. Peter, it's up and running, but it's not tremendously stable. Where are you? I think I'm in hell. The CEO, it's me. What? That's insane. How can that be? Holy shock! Peter, now, move! Let me explain it all to you. Explain it to my rapidly retreating backside. Peter, get a move on. I'm going as fast as I can. Я думаю, мы на этом закончим. Жесткий твист. То есть, злодей это и есть мы. Прикольно. Ну, это как в Buzz Lightyear. Ну, вообще, много где была такая штука. Но я не мог подумать, если честно. Альтернативный костюм открыт. Прикольно. Вот, я не мог подумать. Интересная штука. Надо это как-то переосмыслить сейчас, обмозговать. То есть, мы и есть злодей. Мы, ну, так, вроде и прикольно, но я что-то так, не знаю, странно себя чувствую. Пишите, что вы думаете. Ждите следующей серии. Всем пока, еще услышимся, увидимся.